Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить Hustle Castle. Так, 15 уровень получил у меня, ну что ж, хорошо. Так, собираем яблочки, монетки, так, подождите. Ага, Арина у меня выросла, это замечательно. Только где она у меня? А, вот она ходит. Я хочу посмотреть, сколько у нее звезд. Ну что ж ты там так долго бегаешь? Так, 3. Ну ладно, 3 так 3. Ничего страшного с этим не будет. Так, повар у меня получил 5 уровень. Тут тоже немного денежек. И казначей 4 и 6 уровень получили. Ну что же, все вроде бы ничего. Так, и пора, наверное, нам, ребята, отправиться на карту. Так, Родионушка, 4-звездочный у нас, да? Просто шикарно. Но с тобой мы пока делать ничего не будем. Ну-ка, давайте-ка глянем. Кобальт и Рихтер. А здесь у нас Рене. Давайте глянем Рене, что он из себя представляет. 19 тысяч мощей. Угу. Но знаете что, я думаю, что это ничего страшного. Так, а здесь 24. А кто-нибудь поменьше-то есть? Да понятно, что Ева родила. Хватит уже об этом говорить мне постоянно. Так, Роб Сод. Ну-ка. Угу. Ну, я думаю, что его тоже можно было бы разбить. Так, ну ладно, Олан Д. Так, ну что же, давайте, наверное, попробуем этого размочалить. Я думаю, у нас должно получиться. Так, что у него? Один воин, как у меня, и два мага и арбалетчик. Точь-в-точь копия моей партии. Так, порвали. Так-так-так, давай-давай, не расслабляемся, ребята, не расслабляемся. Ёлки-палки, блин. Так, ядрите он. Неужели проиграл я, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж так не повезло-то мне, ребята? А, минус 22 очка. Ё-моё, там не хватило буквально одного удара. Просто эта баллиста меня застанила. Из-за этого, в принципе, я только и проиграл. Ай, печалька, печалька, ребята. Ну да ладно, чё ж поделаешь. Ничего страшного. Будем дальше играть, развиваться и отомстим. Так, Стасенька. Девочка, отлично. Мне нужно, ребята, знаете, что хочу? Чтобы у меня была девушка 4-звездочная, да? И скрестить ее с мужчиной также 4-звездочным. И хочу добиться, чтобы 5-звездочный ребенок у меня родился. Так, повар до 3-го развился. Хорошо, качаются у меня ребятушки потихоньку, качаются. Это самое лучшее, что может быть. Так, давайте, ребята, лечитесь. Отличненько. Так, 20 часов, почти 21 час нам еще ждать. Так, давайте заполним магию. Отлично, теперь поставим новую. Пускай пока она будет производиться. Так, ну что, вы отхилились. Пора, ребята, нам, наверное, еще сходить и повоевать. Блин, ну как же обидно, а? Чуть-чуть не хватило все-таки в том бою, а? Ну, один выстрел, ну, все из-за стана, еще раз вам говорю. Эй, ладно. Так, куда бы тебя мне сунуть, а, родная? Давай, наверное, сюда иди. Будешь помогать казначею, точнее, казне. Так, ну давайте прогуляемся и посмотрим, что у нас тут еще есть. Константин, Сергей. Сергей, по-моему, уже мы нападали как-то на Сергея, да? 21 тысяча. Угу. А Константин у нас 23 300. Так, ладно, это мы, наверное, пока пропустим карту. Давайте зайдем сюда. Так, кого мы там, Кобальда или Рихтера не могли забить? По-моему, его, да? Может быть, еще разочек попробовать. Или Кобальда глянем. Так, а Кобальт, по-моему, послабже будет. Давайте-ка его накумарим сейчас. Должны, уж его-то точно должны разбить. Да почему так красава ложится быстро, а? В чем проблема-то? Ёлки ты палки, он пробился в мои ряды. Но, по-моему, мы выиграли, ребята. Кобальда мы размозжили. Вот, вот что мне нужно было. 40 тысяч голды. Итого у меня уже 133 тысячи. В принципе, я могу даже что-то построить. Но вот что? Так, манна у меня забита полностью, да? Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо. Так, что?
колодец маны. Можно, в принципе, улучшить. Да? 7 часов подождать, и будет все нормально. Так, а в арсенале сколько? 300 тысяч надо. О, тут еще копить и копить. Но зато появится лучник. Так, здесь, естественно, мы тоже не сможем. 750 тысяч. Но зато тренировка бойцов будет намного лучше идти. Так. Да, как говорится, деньги жгут карман. Прям не знаю, на что их потратить. 200 тысяч надо. Так. Повара. Ну-ка, давайте глянем здесь. Колодец маны. Так, бассейн маны. Сейф. Сейф. 270 тысяч. Угу. И везде нужно дерево. Поэтому, ребята, надо как-то копить нам этот ресурс. Увеличить, конечно, это у меня не получится. Так, что, здесь у нас ничего абсолютно нету. Все забито в поддержке. Ага, вот, ребята, что еще надо мне как-то накопить. На мастерскую брони. Ну, сумма, конечно, опупенная. Так, а вот и лесенку. Как вы, ребята, и сказали, я строю лесенку на верхний этаж, чтобы мои постройки можно было там построить. Так, мэн, давай-ка глянем тебя, родной. Что ты там из себя представляешь? Так, делаем замену. И давайте его просканируем, разведуем. Ой-ой-ой-ой-ой, 24 тысячи, не-не-не. Это мы как-нибудь перебьемся. Рене. Слушайте, по-моему, здесь одни... Ага, ну, в принципе, 19600, это нормально. Ну, это понятно, что... Так, что у него здесь? 352 ножи. Маг с посохом. И в броне, причем тяжелый. И арбалет. Блин. Черт подери. И хочется, и колется, и не могу прям. Ну, мы пока никого не можем с вами одолеть. Точнее, мы можем, наверное, одолеть, но пока не будем пробовать. А у меня, смотрите, какой захудалый арсенал. Давайте-ка глянем, что тут вообще у меня есть. Броня слабенькая, не пойдет. Так, ну, у меня редкая, по крайней мере, стоит. И, соответственно, лучше я ничего не найду. Ладно, вот у нас на повара 6 и 6. Интересно, у меня же вроде повара прокачались, да? До 6 уровня, или мне кажется? Давайте-ка посмотрим. Так, это 5 уровень. Оу, у нас подарочки очередные. Так, получаем. Ну и пора бы, наверное, ребята, мне отправить вам тоже. Ну что же, подарки я отправил. Теперь забираем сундук. Так, яблоки. О, градусник. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Самый большой и красивый открываем. И получаем с него ресурсы. Все понятно. И значит, с этих, наверное, то же самое все будет. Так, в первом ресурсы. Во втором то же самое. В третьем то же самое. Ну и значит, в четвертом уж точно то же самое будет. Ну что же, ладно, хорошо. Так, у нас 155 тысяч, нормально. Так, я смотрю, мы еще сделали прогресс. Так, получаем сундук. И его сейчас тоже посмотрим, что там будет у нас. Так, ага, смотрите-ка, 295 манны в час. Так, а у меня, у моих алхимиков что находится? 225. Так, надо поставить тогда, получается. Естественно, даже и раздумывать не о чем. Так, а у тебя какая? А, у тебя тоже нехилая стоит, между прочим. Ладно, тогда пускай она у нас будет лежать до лучших времен. Ну что же, ребята, наверное... Так, погодите. Наверное, нам надо с вами отправиться на карту. Давайте глянем. Так, 19 тысяч. Блин, интересно, одолеем, нет? Давайте попробуем, ребята. Была, как говорится, не была. Ух, понеслась, родная. Так. Ёлки-палки, краса, держись, держись. Так, одного... Блин, оживили. Ой, блин, опять у меня этот упал, краса упала. Ё-моё. Вся, ребята, надежда на вас.
Давай, давай, маги, маги, маги. Да неужели... Блин, завалили козлов. Вот это замечательно. 5000 плюс сундук. Я даже не ожидал, что мы справимся. Красота. Так, давайте, ребята, отхиливайтесь у меня по-быренькому. Так, кристальчики заберем. Блин, классно получилось. Я даже не ожидал, если честно. Значит, можно будет потом еще сходить. Так, что тут у нас? О, бронька. Ну-ка. Так, прогресс. Еще 5000. Бронька — это всегда хорошо, но не знаю, как она. Нормальная или нет? Где? Вот она. У, ребята, броня-то слабенькая. Хотя... Да нет, не будем ее ставить. 10% восстановить себе здоровье — это не актуально. Так, ну что вы там у меня, отхилились? Нет? Давайте соберем здесь всякую требуху и идите отсюда обратно. А мы поставим нашего мага на подлечку. Так, это собрали, собрали. Так, тебя трогать мы не будем, потому что у тебя полностью здоровье. Так, ну что, 25 из 25 у меня население. Все счастливы, все довольны. И это меня радует. А разбираем. Подождите, давайте, наверное, начнем с желтых, с зеленых. Так. Это мне не нужно. Это, я думаю, тоже не нужно. У меня есть уже одна броня. Войны я пока не буду больше делать. Так. Отлично. Почистим немножко инвентарь, потому что очень много хлама. Так, тебя тоже я не буду тобой все равно пользоваться. Ну все, хорош на этом. Ух, так, ну что, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Если мы, конечно, можем... Хватает нам? Вполне хватает. Ну что ж, давайте сделаем. Меч, да? Меч. Через 3 часа будет готово. И мы получаем с вами очередной прогресс. Так, давайте глянем, что у нас в этом сундуке будет. Наверное, опять ресурсы, да? Так, и... О, бронька. Это хорошо, ребята. Давайте посмотрим броню. Где мой лучник? Иди-ка сюда. Все хорошо. Блин, 28 уровень. Ёлки-палки, а он у меня 27. Ну что за засада, а? Ну как вот быть так, а? Выпадает бронька, блин, и на тебе, 28 уровень. Ай. Ну, с одной стороны, есть стимул раскачать своего лучника. Это мы сделаем потом, по завершению. Какого лешего мой Савелий делает, блин, в тронном зале, а? Так, давайте, ребята, пойдем и глянем кого-нибудь еще. Так, добавляем магию. Да иди ты сюда, ага. Так, новую ставим. И давайте-ка смотреть, кто у нас тут и что. Ну-ка, 23 300. Ну ладно, проехали пока. Давайте смотрим Рене. Нет, Рене мы вроде видели. Так, давайте здесь глянем. Сергей и Константин. Сергей, по-моему, да? 17 000. Так, а здесь... Так, лорд Рем. Вот, вот этого, наверное, я думаю, что нам можно попробовать одолеть. Ну-кася, давайте-ка посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ой-ой-ой-ой-ой, как он там ножичками-то пиликает. Ладно, ага, встала моя краса, молодец. Ой, ну все, ребята, здесь наша победа. И это, тихо-тихо, погоди-ка. Нет, все, наша победа. Поздравляю нас, ребята. Мы получаем, вау, почти 44 тысячи. Ну что же. И у меня уже 217 тысяч. Замечательно, просто, ребята, это великолепно. Я могу себе построить очень хорошую вещь. Хотя у меня уже одно здание строится, но вы не забывайте, что у меня еще один строитель. Так, 100 тысяч на улучшение казны. Заманчивое предложение. Так, не сюда нажал. Так, тут нужно 350. Слушайте, а интересно, а что если я улучшу, например, оружейную? Что у меня от этого получится? Просто хотелось бы знать, что будет от этого. Лучше оружие строится или что? Или мощнее? В общем, этого мне пока не узнать. Но если вы знаете, вы можете мне написать. Всяко у кого-нибудь оружейка уже развита прилично. Ну, не оружейка, а где мы оружие крафтим? Я вот про это говорю. Так, Олан. Ну что ж, давайте проверим его. Так, подождите. Ага. Блин, у меня остается одна магия. Плохо.
очень плохо, но давайте разведаем его. 17 тысяч мощей, блин, многовато. Ладно, давайте проверим рядышком стоящего. Роб Сдоб. Что с ним у нас? Так, тут 19 тысяч, еще не легче. Ладно, давайте вернемся в замок. Заберем своего... Кто у нас там? Ага, маг. И сходим на карту опять. Слушайте, а может быть основное задание пройти, а, ребят? Вдруг потянем. Так, лавовые брызги. Блин, в тот раз немножко не хватило. Может быть, в этот раз потянули бы. А тут еще трое. Ну, мощей 21 500. И у меня магии всего две штуки. И мне не хотелось бы потратить их впустую. Так, вот я думаю, на кого же лучше напасть? На Олана? Или же на Роба? Ну, у Роба мощей побольше. Знаете что, давайте рискнем все-таки напасть на Олана. Как говорится, была не была. С богом. Все, вперед. Так, что у нас тут получается? Блин, пока проигрываем. Ё-моё, краса упала. Ядрите на корень, а? Нет, встала, встала. Встала, давай, родная, бомби. Ну, упала. Лукарь, ну. Ё-моё, да нет, тут, конечно, тут без вариантов. Опять же, проиграл только из-за того, что ее в стан. То есть ее, его в стан вогнали. Ёлки-палки, и магию я потратил, да? Печалька, ребята, это большая печалька. Так, ну что же, давайте тогда с вами что-нибудь поставим на улучшение. Раз у нас такая петрушка вышла, неудачная. Думал еще срубить денег, что-нибудь помощнее поставить, но, видимо, не судьба сегодня. Так, а что можно влепить? Иди лечись давай, блин, стоит там, кукарекает. Так, казну, может быть, казну увеличить. Там, по-моему, 100 тысяч надо, а мне бы желательно потратить все деньги. За 200 тысяч. А что у меня за 200 тысяч тут есть? Сейчас глянем. Так, мастерская броня 350. Долго слишком нам придется копить. Так, а здесь тоже ни шиша у нас не дается. Ремесленный цех, да? 500 штук. Ёлки-палки, а? Да. Коварно, конечно. Столовка, колодец маны. Колодец маны, столовка. Ну, это я пока не буду делать. Просто ни к чему. Хотя столовую можно было бы, чтобы они пищу готовили быстрее. У нас с едой, как вы знаете, завал порой бывает. Так, что, вылечились? Давайте, возвращайтесь. Так, лучник, давай-ка похилься. И сходим на карту. Посмотрим. Так, сколько тебе тут еще? 9 минут до уровня. Ну, конечно, когда они маленькие, у них уровень растет практически моментально. Это не то, что у моих бойцов по 2-3 часа, по 4, блин. Я не знаю, сколько он будет, например, развивать с 30 по 40. Даже думать об этом не хочу. Ну что же, давайте попробуем тогда основное задание. Как говорится, была не была. Давайте, наверное, начнем с этого. Ух, в тот раз почти победили. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. У меня одна магия осталась. Как говорится, хреново, но попробуем. Так. Начинает пулять. Куда он там бомбит-то, непонятно. Ага, в мою, в красу, ладно. Так, вы не забывайте, что он рассыпается на три элементаля. Так, о-о-о. Ты что делаешь, чудило? Ёлки-палки, краса, давай, тяни, тяни. Я не знаю, сейчас еще три элементаля выпадут. И они меня, наверное, забомбохают, да? Да, тут у меня вообще никаких вариантов нету. Ё-моё. Пипец просто-напросто. Дерьмо собачье, я бы так сказал. Блин, ну что за непруха, а? Ну что за непруха, ребята, блин. Ах, теперь у меня точно нету ни маны. Ну еда хоть есть еще на один бой. Но магии нету. Нету магии. А что я без магии смогу сделать? Ничего. Ну что же, раз так получилось, ребята, тогда давайте делать казну. Будем прокачивать ее. Деньги все равно надо куда-то сливать. Тем более я скоро ухожу. И я не хочу, чтобы враги меня обокрали. Так, ну что, краса у меня вылечилась. Да. Давай, выходи отсюда, родная.
Так, этот еще немножко там лечится. Так, Матвей. Матвей у меня пойдет, наверное, ребята, на раскачку. Получать уровень. Так, Савелий, 24-й. Так, а где этот-то у меня? Ты какого? 27-й. Может быть, его поставить на раскачку? Или, блин, Савелия все-таки, а? Вот тут выбор. Или Дмитрия, или Савелия. Кто мне важнее? В принципе, и маг нужен, и... А, они у меня оба мага. Так. Подожди-ка. Сколько там у тебя? Блин, да не сюда нажал. Так, сколько ты у меня будешь учиться? 3 часа, чтобы получить уровень. Так, ладно, ты иди у меня. Давай, наверное, куда тебя присунуть-то? На складе стой нафиг. Да и фиг с ним, что этот. А сколько ему там, кстати, осталось, я не посмотрел. 6 минут. Ладно, хрен с ним, беги. От тебя, как говорится, не убудет. И осталось у нас совсем немножко. Так, на раскачку надо ставить Савелия или Дмитрия. Давайте, наверное, мы все-таки поставим с вами Дмитрия. У него 27 уровень, он получит 28. Мало ли какая шмотка выпадет, ему пригодится. Ну а на этом, ребята, я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока, ребята.